Ежегодная акция «Сохраним лес» проходит сейчас в республике. После пожаров 2010 года, когда на территории Чебоксарского лесничества выгорело более 10 тысяч гектаров, восстановлено больше половины. В этом году старт акции дали 27 сентября. Тогда в музее-саду в Чебоксарском районе посадили 100 деревьев. Основные мероприятия проходят в Заволжье. Там по выходным на участках, которые выгорели, высаживают сеянцы сосны. Всего с 2011 года в ходе массовых экологических акций высажено около 1 900 000 деревьев на площади 718 гектар. Сохранение лесов определено одним из приоритетных направлений национального проекта «Экология». Присоединиться к акции можно будет в предстоящую субботу, 12 октября. На этот день запланирована очередная массовая посадка деревьев в Заволжье.